challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем Судж. Да, этот лифт, который ведет туда. Хорошо. Приятно, что эти не заспавнились. Хотя, может быть, мне для этого надо опять в оперцентр вначале сходить. Эй! Так и убить можно. Ненароком. Иди сюда, тут места побольше. Куда ты? И что это такое сделал нехорошее мне сейчас? Ты еще и вылечился, вообще класс. Или он как-то только... Не пойму, в какой момент надо. Перегрузку включать. Да как ты не сдох? Да вот же было, нормально, я же нажимал, что ж ты? Вот, я не пойму просто в какой момент. Ну, дает он, конечно, дохренище. Отнимает еще больше. Блин, тут только халява. Притом не самое интересное. Херово. Он, блин, нужен был мне просто как не знаю кто. Смысла в нем вообще ноль. Подстава. Так, ладно. Что нам делать? Как нам вернуться в оперцентр по-пырому? Тут у нас проход дальше. Оно мне пока не надо. Не с такими жизнями. Ну, тут какой-то проход, да, похоже. Ладно. Кто не рискует, тот не падает в звездиня. Фу. Твою мать, ясно. Да. Стоп, тут точно ничего больше нет, раз уж мы тут. Значит, халява наверху. Фу, блин, когда интересно, эта игра уже кончится, потому что, если честно, я от нее немножко уже устал. Вон где халява. Это откуда-то с вентиляцией прыгать, что ли?
Либо со второго вот этого этажа, либо еще выше, который. Ну, тут по трубам никак вроде не попадешь никуда. Какой-то лифт был бы, чтобы его активировать, вообще бы замечательно было бы. Но разработчики считают иначе. Очень-очень плохо. Притом я еще очень плохо помню, в каком порядке я это проходил. Ну, кстати, если сильно не стоять на месте заражения, то еще более-менее норм. Так. Так, это я помню, да, там наверху был чувачок. Так, а вот это куда ведет, я не помню. Куда-то к халяве какой-то. Logate. It's not just building structures anymore. It's creating. Creating life. We're being absorbed. Recreated as abstract abominations. Are we integrated into the system? Are those poor souls still there as echoes? Do memories exist within it? Or are we just nutrients? Fertilizer. We'll never get to see or understand. Так и знал. Только я нажал, кстати, чтобы его ударить, и ударный модуль. Нахер мне тут нужен сейчас? Если им пользуюсь уже черти сколько. Все. Тут закрыто. Тут закрыто. Остается вот сюда только. Где-то просто по хрени нажужжит. И это не тут. Ха. Так, отлично. А-ха-ха-ха. Там какаха это. Ну, мне кажется, отсюда где-то можно будет сейчас либо на третий этаж поднять, либо на второй. Либо самим на второй спуститься. Наверное, подо мной опять, да? Либо трещит прям вот, вот, прям стоишь на халяве. Аптек не дали. Блин, это говно тут. Там халява, и там какая-то дверь. Так, не знаю, где я, но... А, я знаю, где я. Нет, не дали мне за это оздоровителей. Опять придется пробежаться сквозь.
заросли черемухи душистой. Ладно, зато мы эту халяву собрали, хотя не то, чтобы она насильно нужна сейчас. Так, вот сюда, да, мы ходили. И отсюда, мне кажется, где-то есть проход на базу. Если еще мимо этого пройти. Не знаю, возможно, когда он восстает, нужно просто вплотную подойти к нему. Или со спины. Может, он не с этой стороны где-то? Очень странное говно. У меня там еще пару сот косарей, небось, да? Притом АПС там нарисован, поэтому мне как-нибудь бы мимо него бы пробежать все-таки. О, я знаю где, я знаю примерно где я. Я кажусь, хотя нет, не уверен, что я знаю где я. Просто что тут двое их. Сорок два метра, значит все-таки близко где-то. Да, где-то прямо тут. Видимо, они в большом количестве заспаунились просто. Где-то вот тут. Вообще без единой замарки, смотрите, охренеть. Ага, вот эти ребята. Кажется, к этим приноровился. Это радует. Еще радует, что тут наконец-таки есть проход. Да-да. Так, тут у нас еще за письмецом. I know this isn't the news you want to hear, but we're still on hold. You've all worked incredibly. Здесь это тот лифт, который я думаю, который прямо в тот центр он меня проведет. We'll launch. So, let's use the extra time productively. Rerun all pre-launch checks. Let's purge and refill the Utopia disposal unit. It wasn't designed to hold the payload for this long. I don't want any accidents or spills. We'll get there. You just have to be patient. Чё, попробуем его завалить, пока у нас полный эти, чтобы он больше не появлялся здесь.
Оу. Да что за херню-то сейчас только что сделал? На, просто надо вплотную, да, подходить. Когда он встал. Так, теперь можно собрать весь хабар, что тут был. Центурион какой-то. Посмотреть, что тут. Мне кажется, тут... Нет, тут не просто халява, тут проход. К новой халяве, небось, да? До свидания. А, я хотел не это сделать. Я думал, что у меня нету заряда, хотел зарядить. Так, о, еще лучше. Проход куда-то как раз, по-моему, тот, который был закрыт. Или нет. В любом случае, я считаю, что надо пойти и прокачать пару уровней. Тут слишком много теперь проходов стало, которые все теперь обыскивать надо. Что мне, конечно, с одной стороны радует, а с другой печалит. Вот этот лифт, допустим, надо еще узнать, куда он ведет. Косяк, что через трех гадких существ надо будет пробегать. Так, подожди, я вот запутался. Hello. И тебе не болей. О, 93 использую, 93 это даю. Класс. Куча восстановителей стало вот этих мощных. Значит, я могу все теперь израсходовать ненужное. Мне этого хватит, я думаю, на всю оставшуюся игру. Класс. Значит, сейчас еще два уровня поднимаю, вообще замечательно. Че, может быть опять режим, сучка, беги. Беги, но похоже не туда, да? Так, и не туда. Ты что, заспаунился? Ты что, охренел, что ли? Я тебя как бы убивал для того, чтобы ты не заспаунился. Хотя да, мы же в центре не были. Угу. Значит, они все-таки тоже самовозрождающиеся. Ёб твою за ногу. Мужик, подойди, пожалуйста. У меня к тебе разговор есть. Да ты в бошку бей его. У меня к тебе тут разговор небольшой есть. Ну ладно, не получилось. Ау! Вот в таких местах узких самое то, блин, да, драться с ними. Ну хотя, когда подошел, в принципе, не так
Сложно. Блин, не успел. Эх, опять до бота немножко не хватило. Ладно, ядро зато схавали. О, птичка. Вот так вот. Там, где не то, чтобы она особо и нужна. Странные они. Металлолом. И все, да? Я, конечно, съел одну, но не настолько все плохо. Дрона мне только не хватает до полного счастья. Да прыгай же ты, зарядка кончилась. А нападать в полутьмах нехорошо. Да. Все равно нехорошо получилось. Тут за фольга золотистая. Твою мать. Это еще куда? Да ладно, это этот. Вниз что ли проход? Помните, внизу тоже рельсы были? Может, оно и есть? Это будет внезапно. Другое дело, нахер надо? Сейчас я не успею выйти, мне люли навесят. Так, что-то я не пойму, где я. Бежать сюда? Ладно. Что-то я не помню этой локации. А, она тут закрыта вообще. Ну надо же. И куда я попал этот? А, ну вот, пожалуйста, да. Я был прав. Другое дело, нахер надо. Шутка для этой локации. Ну, пусть так. Не то, чтобы очень нужно. Мне, конечно, можно тут поискать послабее мобов, чтобы жизнь восстановить. Стоит ли оно того? То есть все, лифт мы обыскали, да? Это не тот лифт, на который я надеялся. Это печалит. Ну что, заспаунили, что ли? Охренеть, не проехать, не пройти. Да, давайте, молотите со всех сторон. Почему мне так быстро не перезаряжается, а, мужик? Что это за читерство такое? Вообще, какого хера вы перезарядились? И что, мне там внизу этот ждет? Попрыгунчик, что ли? Ладно, посмотрим, что они еще держат. Плазменный регенератор какой-то. Не особо нужный. Тут нет ничего.
И в какую жопу я упал? Там же нельзя было, да, в промежуточную какую-то попасть? Ты нормальный мужик или ты ненормальный? Нет, ты психопат. Все, сгорел. Был ли я тут? Наверное, нет. Это может быть тоже какой-то очень странный шуткат для психопатов. Я же забрал. Баг какой-то выскочил. Так, вот, куда это нас приведет? Вот, куда это приведет? Третий этаж. Опять что ли хреновина для спрыга просто? Чё ж вы меня так не любите, товарищи разработчики? Ага, да. Смотрите-ка. И вот эта халява как раз таки и дрынькала. Так, нет, подожди, это не то. То-то же. С ними стало чуть-чуть проще, но я бы не сказал, что особо намного. Когда подъемник не работает, ясно. Шоткат какой-то, да? Будущий. Да, я понял, понял. Мне теперь надо найти где-то подъемник. Тут эти козявки везде бегают непонятные. Угу. Не проехать, не пройти. Только через козявку. Ну, у козявки вроде ничего нету. Поэтому самый правильный ход будет это просто сбежать. Во-о-о! Давайте хотя бы на лифте пока сбежим. Непонятно куда. Так, я здесь не был, на чипе халяву подобрал сразу. О, запчасти на апгрейд. Я фильтры не заменял до сих пор. Мне все равно.
Лифт открыт. А, это тот, который вот этот? Нет. А чего было запирать, если я по-другому сюда никак и не попаду? А вот здесь вот дверь. Робот. В общем, ничего пока интересного. Что я там перегрузил, мне интересно. Давайте посмотрим, куда уходит детство. А точнее, вот это вот. Фиговина. Очередной лифт. Какая запутанная локация. На второй этаж, на котором я тут не был. Log 6. There's a pattern here. I mean, I'm not a specialist, but I see it. It's not just a system anymore. It's an entity. It's magnificent. I have to admire it. Там еще кто-то ходит, да? Бляха-муха, это крокозябра Брейти. Давайте попробуем понять, что делает фиговина эта, которая перегрузил. Так, не сюда. Тут вроде было безопасно, кроме газа. Спасибо, Кэп, я понял, что это третий этаж. Козябра вроде ушла. Что ж я такое включил? Может, подъемник этот? Все-таки попал. Твою мать, нихера себе ты бьешь. Да вы издеваетесь. Да ты охреневшая рожа, что ли? Я тебя просил меня бить, нет? Нет, не просил. Ну ты идите в жопу. Это от духа. Вроде не сильно много-то потеряем, если что. Ну, обидно, конечно, но... Вот куда она приведет, интересно. И там он тоже переключатель, который, возможно, надо один раз включить и забыть. Какого хера ты опять вылечился?
Ты не охренела так делать? Кто-то где-то опять включил. Половина вещей тут по типу что-то включил, что-то где-то, хер его знает где. Вот спуск вниз. Ну, это куда-то внутрь уходит. Он туда, сюда и вот сюда, да? Может, прекратишь, блин, так делать? Ага, успел. Кусок говна. Нанитового. Нани? Нанитового. Итак, что-то где-то я включил, что-то как-то и зачем. Ну, ага, лифт я включил, вот что я сделал. И куда ты тропинка меня привела? Чтоб лифт мне вызвать. По ощущению, как будто я спускаюсь, а не это ко мне едет. Ну хоть поживем немного еще, чуть дольше. Извини, твою я не нашел, дуру. Опять куча кейсов. Хере, сколько папок, смотрите. Охренеть, три уровня качнул. Так. Что тут у меня стояло? Вообще-то это плазменный, который... Вот это, не плазменный, это автопомощь. Насколько он полезен будет мне? У меня был здесь фильтр и отскоки, да? В принципе, и того, и того мне хватит. Да у меня сейчас, смотрите, как раз все впритык. Класс. Отскоки пока возьму. Come back anytime. Где они там, далеко, надеюсь? Ну, вроде достаточно. Так, ну отлично. Hello. Фу, блин, как-то даже проще стало жить. По ощущениям.
Тут гнетущее, когда не знаешь, куда идти, где сокращать. Это очень напрягает. Давайте посмотрим, этот, куда вот это все уходит. Там спрыгнуть надо было, дверь открыть. Сейчас умирать не страшно уже. Подходи. Подожди ты, да я... Покручусь еще раз, посмотри, что тут есть. Хера себе, у тебя отняло. У меня, правда, тоже отняло твои атаки, но... А, прости, мужик, все время забываю. Что ты у нас нежить? Ага, что-то знакомое. Ну, вдвойне знакомое. Почему, пока он валяется, его пинаю, мне не засчитывают удары? То есть по нему проходят, но не это самое, мне энергия не увеличивается. Это как бы нечестно. Такой телепорт. И что же ты тут прячешь? Лифт. Хорошо, допустим. На третий этаж. А, так я тоже тут был, по-моему, нет? Стоял вообще, не двигался, потом взял, навалял мне, ну, охреневшая рожа. Да, я здесь был. Помните, я спрашивал, что делать, если бы меня закрыли там, и я бы здесь не успел взять. Вот это, ну и есть это место. И, кстати, тут перестало дрынкать. Ну, хорошо, значит, нам сюда не надо, это радует. Вот это место, я не помню, куда оно, на третий этаж идет. Охрененно. Техника безопасности. Г. Техника безопасности. Я не помню, тут 3 или 4 этажа было. Сколько я там потерял? 10 тысяч, ладно. Не так страшно. Если тут 3 этажа, то типа это последний, и можно идти вообще, возможно, уже к следующему этому. Но они довольно неповоротливые, это плюс. Они не как эти людишки, которые умеют прыгать. Опять второй этаж. И притом где-то очень близко мой хабар. Ага, вот оно что.
Лечение зачем-то мне включили. А, это ты, говнюк, меня ударил. Так, ладно, тогда куда мне? Мне надо, по идее, попасть в тот центр, где я первый раз эти крокозябры встретил. Вот только как в него попасть теперь? Быстрым способом я не помню. Это я вернулся обратно к этим, да? На второй уровень. Ну, со второго уровня, по-моему, не надо. Красиво. Красиво. А мимо... Я только думал, что совсем все красиво. Надо было все испортить. Сейчас смотрите, идем мимо бывшего центра нашего, с вас понять, где он должен был быть. В азотную? Нет, не в азотную. Вон туда мне. А, теперь тут крокозябры за место этих роботов. И роботы, и крокозябры, и все на свете. Сюда же? Так, лифт, 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 лифт не нужен. Вот здесь я еще не был. По-моему, потому что, по-моему, я сказал, что нафиг. Станция подачи азота. Да иди ты в жопу, ты че, псих? С другой стороны, у меня же... Нет, фильтр что-то не сильно помогает. Хотя, может быть, я тут и был немного. Жду. Везде приходится ждать. Жесть какая. Тут подожди, там подожди. Жить когда? Ага. И вот теперь мимо этих чуваков, да? Эх, не успел. Да то это успел, на удивление. Воу, 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 мужик. Хера себе ты, горячий парень. Да, вот мне сюда. Хотя там было, по-моему, где-то ж, помните, был проход, спрыг. Тут еще и психопат этот. Ну, вообще охрененно. О, здесь открыли. А было закрыто. Значит, что-то я полезное сделал. А, это назад. Тьфу, блин. Неудобная локация, хер поймешь. Откуда ты пришел, куда ты идешь? Кто ты? Я надеюсь, сейчас не встретят те, кто меня провожал. Встретили по одежке, проводили тоже плохо. Ну так трещит, конечно, клёво этот джойстик. Как будто током, знаете, слегка так. На этих на пьезозажигалках такой. Так, это ж точно? Что-то другое, не то. Стоп.
Нет, это какая-то другая локация. Ха. Вот это, блин, внезапно, значит, я не ошибся. Пойдя не туда, это значит все правильно. Так. Этот самый улучшалка, да? Где-то наверху похоже. Не горю желанием драться с этим козлиной. А потом что взял и просто мне слил половину. Да упрыгивай же ты. Ладно, примерная тактика с ним тоже вроде начинает вырисовываться. Наноядро. С них падают наноядра. Хера себе. Гибель богов. Это оружка? Гибель богов. Тяжелая. Ага. Какая херотна, а? Гигантская. А чем я пользуюсь-то? Нет. Заратустрой пользуюсь или... По-моему, Заратустрой. Высокая. 10%. Чем я пользовался? Майским жуком или этим? А это 4-го уровня Заратустра. Значит, таким майским жуком я пользовался. Раз Заратустра не улучшенный. Так. Тут у нас что, есть что-нибудь? Нету. Лестница, пипец какой-то. Какой-то лабиринт устроили зачем-то. Сделали какую-то развязку непонятную. Нахер было это делать. Ах. Ладно, тут больше ничего нет. Значит, идем только сюда. Сейчас еще какую-нибудь загрузку сюда забацают. Погрузочный один. А халявы нету. Класс. Но пожужжать мы должны были. Будто бы халява есть. Так, подожди, вот. Вызов лифта. Ага, все, я понял, где я. Я понял, где я, но не понял, зачем я. Странный хрен от нем. Значит, сюда можно уходить. Короче, если видишь длинный коридор, это загрузка. Станция 2. Вообще уже как бы тоже заканчивать пора.
Ай, я пропустил, я наоборот хотел нажать, я думал, мне сфокусируют. А сейчас тут босс какой-нибудь будет, да? Уж больно такая локация. Боссовая. 22 косаря. Алло. По-моему, это босс, как раз таки, потому что, по-моему, я их когда там просматривал, это прохождение, случайно видел это название. Перегрузка, всего лишь 10. Воу! Воу. Хороший мальчик, плохой мальчик. Да ты, может быть, выделишь, блин, его. Интересно. Пока нихера непонятны его паттерны. Кроме того, что бить меня. О, сломал. И он чуть что вот эту штуку делает. Ясно. Короче, это, видимо, босс, да? Главный самый. Где я хоть появлюсь-то? Тут. Интересно. Вообще есть смысл опустить на этот самый, на первый этаж. Тем более, если мы теперь можем более-менее быстро на третий подняться, если что. Что я так, наверное, сейчас и сделаю, пойду и прибарахлюсь. А на этом все, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага, всем пока.